Наука. Сегодня наблюдать за небесными светилами можно прямо у себя дома. Нужен уже даже не телескоп, нужен обычный ноутбук. Это подтверждает пример, который подает всем любителям астрономии ученые из Австралии, расшифровывающие данные, которые они получают от телескопа «Харлингтон». После обработки весь массив сведений становится доступным для коллег-астрономов и увлекающихся наукой о звездах. Все выкладывается в сеть. Как и в прежние времена, мы ведем наблюдения, улавливая изменения световых волн. Они засекаются объективами, которые в применении к телескопу называются зеркалами. Сегодня наша главная задача — наблюдение за планетами. Мы надеемся, что мы сможем обнаружить новые небесные тела. Общий вес телескопа — 4 тонны. Его создание обошлось примерно в 4,5 миллиона евро. Самая дорогая часть — линза или зеркало — стоила примерно треть от указанной суммы. В проекте принимают участие ученые из ряда университетов Австралии. К работе и наблюдениям привлекают студентов старших курсов, изучающих астрофизику. К нам готовы приехать и те, кто учится в университетах США. Есть просьбы от студентов из Германии. Как сообщается, программа студенческого участия в наблюдениях и расшифровке данных в дальнейшем будет расширена.